Добрый день, Мир Фагайдана. Добрый день, дорогие наши партнеры. Особый добрый день, участники нашего ежемесячного розыгрыша «Час удачи». С вами Людмила Потакова, и я сегодня с великим удовольствием проведу этот час удачи. Хочу сказать, что сегодня у нас розыгрыш не совсем как бы материальный. В моих руках нет того, что обычно показываем. Розыгрыш вот этот телефон, это у нас компьютер и что-то еще. Сегодня мы разыгрываем 3 подарка. Это подарок на 300 денежных единиц, это подарок на 700 денежных единиц и главный подарок на 1000 денежных единиц. Только вдумайтесь, это довольно-таки большие суммы. Что же можете вы купить на эти суммы? 300, 700 и 1000. Вы на эту сумму можете выбрать для себя абсолютно любой продукт, который вы можете заказать на сайте компании fukaidanwood.com. То есть это наш любимый продукт. Сразу хочу сказать всем, кто выиграет, пользуйтесь им на здоровье. Вот уж точно продукт, который не подведет, продукт, которым можно наслаждаться, продукт, которым можно гордиться, продукт, о котором не то что можно, им нужно, о нем нужно рассказывать вот просто вот всегда и везде. Ну и, конечно же, нужно всегда рассказывать о том, что если человеку трудно приобрести этот продукт, мы всегда приглашаем этих людей к нам в бизнес, партнерский бизнес, который мы делаем вот уже несколько лет и который приносит значительные заметные результаты нашим партнерам. То есть наши партнеры не только здоровые, но теперь уже и богатые. Ну а теперь я хочу назвать фамилии тех участников, которые примут участие в этом розыгрыше. Прочитаю их, а вы слушайте, находите себя. Фролов Георгий, Микулина Ирина. Я бросаю все карточки в этот волшебный сосуд. Касайбаев Бауржан, Ковшова Елена. Если что-то фамилию, имя прочитаю не совсем корректно, я прошу прощения, вы меня поправите потом обязательно. Юнусджанов Шерзот, Сабитова Алия, Ким Надежда, Малюта Екатерина, Тимиргалиева Милена, Андреева Ирина, Саймасаева Айнаш, Абельдинова Лязат, Мумузиева Зульфия, Назарова Ольга, Бондаренко Диана, Трушева Татьяна, Джунджуза Анеза, Турабергенова Гульнара, Ильяс Айзере, Айтимбетов Ауизбек, Хан Борис, Смолянина Евгения, Касамбаева Дарига, Наумов Виктор, Доманина Ирина, Болгожина Кулян, Фирсова Вера, Алимбаева Камшат, Пак Ирина, Аспанова Сания, Мадиева Айгерим, Калиева Раушан, Белянкина Наталья, Ахметова Саида, Ремезова Галина, Киякова Елена, Абир Динара или Динара, Адильбекова Алма, Кушербаева Жанар, Дылепская Ирина, Михайлов Владимир Ильичева Ирина, Соловых Наталья, Садыкова Жанна, Байбик Оксана, Кушербаева Махбуба, Джананова Гульдихан, Жаракбекова Акмарал, Ли Светлана, Кагазбекова Сауле, Касайбаев Ержан, Ауизбекова Айгерим, От Ирина, Гульзадян Эльмира, Алипова Гульбану, Егеубаева Айжа и Южалкина Зинаида. Все карточки с участниками сегодняшнего часа удачи уже в этом волшебном сосуде. Сейчас я по традиции немножечко его тут перемешаю в руках. Теперь отдельно перемешаю одной волшебной правой рукой. Знаете, во время часа удачи все становится волшебным.
Волшебным становится не потому, что здесь какое-то присутствует волшебство. Да, оно есть, оно называется удача. Вы знаете, я тысячу раз уже в своей жизни убеждалась в том, что удача любит, и она находится рядом с теми людьми, кто в нее верит. Вот правда, правда. А есть люди, которые просто потеряли надежду. Люди, которые никогда еще не выигрывали. И вообще существует такое мнение, что все эти розыгрыши, они, знаете, уже заранее известно, кто чего выиграет. Не буду говорить за всех. Я не в курсе, но я точно знаю, что в нашей компании вот все по-честному. Вот что сейчас достанет рука моя в этом розыгрыше, то и будет. Итак, мы разыгрываем сначала 1000 денежных единиц, ну, чтобы у всех был шанс. С него начнем. Напомню, эти деньги, они будут начислены в ваш личный кабинет на сайте fukidanwall.com, и вы на эту сумму сможете выбрать на любой продукт из нашего магазина. Ну, на сумму 1000 денежных единиц. Итак, 1000 денежных единиц за покупку продукта на сайте в магазине компании fukidanwall получает 1000 денежных единиц получает один человек. Еще не вижу. И это Южалкина Зинаида. Зинаида, поздравляю. Бурные овации, аплодисменты. Я точно знаю, что продукт вы любите, потому что вы участвуете в части удачи. А чтобы участвовать в части удачи, нужно купить продукцию на 330 баллов и выше. Пускай этот продукт принесет вам много прекрасных моментов жизненных, здоровых, счастливых. И верьте в удачу, она точно с вами. Итак, Южалкина Зинаида, 1000 денежных единиц. Следующий, мы разыгрываем 700 денежных единиц. Кто же получит 700 денежных единиц и сможет выбрать продукции в магазине компании целебного продукта на основе вытяжки из фукаидана? 700 единиц, 700 денежных единиц. Итак, 700 денежных единиц получает на свой счет, еще не вижу, Касайбаев Ержан. Ержан, поздравляю вас от всей души, от всего сердца. Наслаждайтесь этим прекрасным продуктом и обязательно, вот слышите, обязательно рассказывайте об этой возможности быть здоровым, счастливым, быть богатым с нашей компанией. Обязательно делитесь информацией, потому что вас выбрала фортуна, вас выбрала удача, но вы теперь тоже должны обязательно что-то такое сделать. Еще раз поздравляю. 300 денежных единиц, уверяю вас, на 300 денежных единиц можно выбрать себе продукции, конечно, меньше, чем на 1000, но это же подарок сейчас. Итак, 300 денежных единиц. Кто же будет этим счастливчиком? Итак, карточка одна. Итак, 300 денежных единиц на свой счет получает человек с именем Айтимбетов Ауизбек. Ауизбек, вы точно так же. Обязательно рассказывайте о возможности с компанией fukidanwall. Это и здоровье, и финансовая независимость, которые так нужны людям. Вот чем старше становишься, тем больше понимаешь, что есть такие ценности в жизни, которые невозможно переоценить. Но удачи с вами. Поздравляю, 300 денежных единиц на вашем счету. Ну вот, они розыгрыши. Готовишь фамилии, готовишь карточки, распечатки, волшебные бокалы, вообще сама готовишься. И проходит он так быстро. Но мы точно знаем, что через месяц будет следующий час удачи, а через месяц еще следующий час удачи. И пока компания fukidanwall планирует проводить каждый месяц, и так же, как и раньше, наши часы удачи, на которых вы, наши дорогие партнеры, получаете и ценные призы, и ценный продукт, и деньги. И пусть так продолжается, ну, не могу сказать вечно, потому что в этой жизни все имеет определенный конец, да? Но тем не менее, пусть с нами будут и удача, и здоровье, и успех, и деньги, которые в этой жизни очень нам помогают состояться. Ну что ж, всего вам самого хорошего. Еще раз поздравляю победителей. Будьте с нами, обязательно участвуйте в части удачи. И удача точно выберет однажды и вас тоже. Ну все, всем всего хорошего. Пока-пока.